Что случилось? Да меня заминировали, ёпта. Если палка разомкнется, я взлечу на воздух. А кто вас заминировал? Ну какая разница, ёпта. Плохие люди. Надо что сделать? Чё, дернуть меня нахуй отсюда, ёпта. На квадроцикле, что ли? Да похуй, ёпта, лишь бы я от бомбы ушел. Вас дернуть или тапок? Дерни тапок нахуй. Подожди. Да. Где я сейчас генератор нахуй? Вот этот тапок, дергай нахуй его туда куда-нибудь. Так а ты взлетишь. Я могу, знаете, что сделать? Привязать к квадроциклу тапок. Ну. И квадроциклом дернуть. Давай дергай, я не знаю, ты не пострадаешь? Надеюсь, нет. Давай дергай. Может? Yes. Давайте ногой попробую резко пнуть его. Да, ага. Пнешь, ёпта, и взлетишь. Не, нет, я прям сейчас резко налево его пну. Ну давай действуй, я не знаю. Так, заминирован, да, говорите? Ну, да, ты думаешь, я шучу, что ли? Сижу здесь от неху делать? Блять, страшно. Стой, хуйнёй ты занимаешь. Конечно, страшно, он взлетит на воздух. Знаешь, что сделай? Да. Иди сюда. Да. Вот сюда прыгай. Ага. Вот сюда прыгай. А потом что? Бери палку нахуй и туда его нахуй в него кидай. А вы без тапка останетесь? Да ебать его, урод, я здесь живу нахуй и лишь бы жив остался, ёпта. Так, вот у вас под жопой палка есть, давайте ее возьму и... Давай, и хуяри его нахуй туда в него нахуй резко. Короче, тапок заминирован, вот этот. Да. Если я разомкну, нахуй, пизда. Пиздец, вот тварь, кто такой сотворил вообще? Давай, стой, подожди. Раз, два. Смотри, в ветки не попади. Не-не, я туда вниз его закину. Три!